Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор пчеловода. Сегодня мы с вами попытаемся поймать новую одаренную пчелочку, хотя мы уже потратили с вами больше 2 миллиардов и ничего не словили. Но я, скажем так, не расстраиваюсь и продолжаю дальше это делать, друзья. Также мы сегодня с вами ведем 2 новеньких кода. Один мы с вами вводили ночью, он появился. Другой был позже, но это была поздняя ночь, и я его просто уже не выкладывал. Поэтому выкладываю сейчас сразу 2 новых кода. Но для начала я хотел показать, что я уже поднялся на 17 место в рейтинге. И с каждым разом продвигаюсь все выше и выше. Надеюсь, я скоро буду в топ-10. Хотя там тоже ребята не спят и очень сильно фармят, ребята. Также немного побил свой рекорд в муравьином челлендже. Я набрал 150 очков. И вот он я, друзья, вот он я на 29 месте. Чтобы подняться выше, мне нужно прокачать моих пчел до 9-10 уровня. Как можно больше пчелочек нужно поднять. Пока у меня такой возможности нет. А мы сейчас с вами идем покупать Royal Jelly и будем пытаться открывать новенькую пчелку. Итак, ребята, отправляемся в наш диспенсер с Royal Jelly. Поднимаемся, и я думаю, для начала мы с вами купим 500 Royal Jelly. Друзья, 500, снова 500 Royal Jelly, это просто капец. На позапрошлом видео я купил 1500 Royal Jelly, это 1,5 миллиарда. На стриме мы с вами потратили еще 650 Royal Jelly. Это уже 2 миллиарда 100 миллионов, ребята. Это просто капец. И теперь еще 500 миллионов. Это выходит у нас 2 миллиарда 600 миллионов. И мы до сих пор не поймали нужную одаренную пчелочку. Используем сейчас семечко наше. Оно нам уже не нужно. Так, что дальше? И теперь будем Royal Jelly. Будем убирать, скорее всего, демонскую пчелу. У меня их слишком много. Я еще, скорее всего, после этого буду еще одну убирать. Но сейчас мы ролим демонскую пчелу. Так, давайте, браво, би, колби, браво. Я надеюсь, что в этот раз мне должно повезти. Потому что на стриме мы с вами сролили 500 желе. И выпала только одна одаренка и то повторка. То есть сейчас должно попасться одареночка. Но я не знаю какая, ребята, не знаю какая. Мы потратили с вами пока что немного. Так, Хастер, Ред, Командор, Рилли, Лукер, Бамбл. Да ладно! Ребята, шокированная пчелка, Gifted Shocked Bee. Ребята, это одаренная шокированная пчелочка. И такой у меня как раз таки нет, друзья. Поздравляю себя и вас, наконец-таки 23-я одаренная пчелочка. Я очень, друзья, рад. Это очень-очень круто. Сейчас мы посмотрим, что же она нам все-таки дает. Это мега крутая пчелочка. Итак, вот это наша пчелочка. Смотрите, вот она, наша красавица. Она у меня 8 уровня. Я ее поймал. Наконец-то поймал. Это реально круто. Кстати, она любит ананасики. Теперь мне ананасики просто некому кормить. Они у меня будут просто заваливаться. Хотя, если я не ошибаюсь, хотя нет. Кто кушает ананасик, я уже вылупил. Так, ребята, и посмотрим, что она дает наша новая пчелочка, одареночка. Где она, наша красавица? Кстати, вот еще кто любит ананасики, поэтому у меня еще, кстати, ее нет. Поэтому есть шанс ее вылупить. Она дает нам плюс 15 белой пыльцы. Неплохо, 15%. А наша, кстати, она эпическая. То есть, если вот это вот обычно... А нет, это тоже эпическая, ребята. И вот это тоже эпическая. Пчелочка нам попалась. Она дает нам еще 15% пыльцы. Теперь мы ставим белую пыльцу фармить еще на 15% быстрее. Это круто, потому что квесты, кстати, я на белую пыльцу уже почти закончил. Здесь осталось 39 лямчиков. Вот такие дела. Хорошая одареночка, хорошая. Наконец-таки я ее получил. Я очень, друзья, ее ждал. Сейчас мы пойдем получим свой бонус. Надеюсь, у меня он уже откатился. И мы с вами увидим, сколько у меня на момент уже есть одареночек. И у меня, да, 23 Royal Jelly. Значит, я получаю 23 Royal Jelly, потому что есть у меня 23 одаренные пчелы, друзья. Сейчас настало время кодиков. Мы с вами сейчас ведем 2 кодика. Давайте начнем с нового кодика, который у нас называется Summer. Друзья, этот кодик у нас вводится только если вы состоите в группе разработчика Анета, ну, симулятора пчеловода. Давайте, я не буду показывать, как это вступить, я показывал уже где-то в 3 или 4 роликах, я просто оставлю ссылочку в описании. Вводим кодик, получаем с вами Royal Jelly, Антпас, 10 печенек и 10 семечек подсолнуха. Неплохо, ребята, неплохо. И давайте сейчас введем вчерашний кодик Oodles of Noodles, который нам даст, друзья, Антпас, 10 черники, баф на синем поле, на синем цветочном поле, на вот этом вот начальном поле, x5. Потом баф сердечко, вернее, ой, сердечко, звездочки, x5 и 5000 меда. Для начинающих медовые бафы, медовые коды, это очень-очень круто. Так, друзья, давайте мы сейчас отправимся на поле сюда.
И возьмем с вами, сейчас посмотрю, не откатился ли у нас баф синего магазина. Ребята, если у вас попадется баф синего магазина, он дает x4, а бафы стакаются. Нет, друзья, у меня еще 48 минут, увы, бафа этого не будет. То есть вы получаете x4 бафа, после этого вы используете вот этот вот код у Dills of Noodles. У вас дается еще x5, у вас будет 900% фарма. То есть, получается, вы получите x9 на этом поле. Это реально круто. Так, собираем все вот это вот. Вводим кодик. Все это дело получаем и пытаемся забить рюкзак. Ребята, смотрите, 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 за сколько секунд. Все, рюкзак полный. За одну ли... За одну или две секунды, ребята, я забил полностью рюкзак. Вы посмотрите на это чудо. Обалдеть, я в шоке. Знаете почему? Потому что был баф звезды x5. Правда, это было на 5 секунд. И я забил рюкзак буквально... За одну или две секунды. На видео будет видно, но это было так быстро, что я просто был в шоке, ребята. Сейчас такого, конечно, не будет. Кстати, знаете, почему еще быстро было? У меня еще попался баф сердечка и баф медведя-пчелочки. То есть одновременно сработали они, плюс баф вот этот x5, плюс баф 5 звезд одновременно. Там написано, он дает нам Inspire. Как видите, смотрите, мы сейчас чатик откроем. Где наш чатик? Вот видите, Inspire x5. Inspire — это вот эта вот звезда, которую я вам сейчас тоже покажу, если не попадется мне на поле. Ну, должна попасть, у меня 23 одаренки. Они, чем больше этих пчел у вас одаренных, чем чаще попадается эта звезда. Она, кстати, стакается, эта звезда. Боже, как я быстро фармлю. Уже миллион, ребята, уже миллион. Так, еще гум-дропщики падают. Собираем, жука мы здесь убили. Так, у нас медведь, у нас сердечко. Ребята, смотрите, просто 2 миллиона 100, 2 200. Вот, видите, звезда, вот. Вот эта звездочка дает нам баф x2. X2 к фарму. Все, у нас рюкзак забит. Боже, как быстро. У меня, кстати, рюкзак, видели, какой огромный? 2 миллиона 428 тысяч, ребята. Это просто капец. Когда я получу себе последнюю звезду алмазную, у меня будет рюкзак на 3 миллиона. На 3 миллиона, ребята, я стану фармить просто огромное количество меда одновременно. На данный момент я фармлю около 8 миллионов за один заход. Мы сейчас с вами сделаем 3 миллиарда, опять мы и вернем. Так. И я буду в дальнейшем копить, наверное, на 44-ю пчелу. Я пока не знаю, пишите в комментариях, что мне лучше делать. Тратить дальше Royal Jelly или попытаться нафармить на 44-ю пчелу. На 44-ю пчелу мне нужно, грубо говоря, 9,5 миллиардов, ребята. 9,5 миллиардов это довольно-таки большая сумма. Так, смотрите, я подбираю сердечки, мой фарм 260-270 тысяч, пока медленный. Но здесь у нас есть пандочка, мы подбираем панду и фарм еще увеличивается ровно в 2 раза, ребята. Смотрите, какие суммы просто вылетают. Какие суммы? Я, кстати, не посмотрел, какие суммы вылетали у меня под тем бафом. Только что вылетела сумма 203 тысячи. Так, и полтора льна уже забили. Максимальное, что видел, около 300 тысяч. Но, думаю, когда я фармил, на видео будет видно там сумму. Я думаю, там и по полмиллиона мы за один удар делали. Потому что под таким бафом это просто жесть. Все, ребята, забили рюкзак. С таким бафом фармить просто одно удовольствие. Плюс то, что мы сейчас получили еще шокированную пчелочку, вот эту вот. Она дает еще 15% белой пыльцы. А как раз таки на этом поле у нас белой пыльцы много. Вот такой вот баф, друзья. И так как мы с вами потратили, у меня еще осталось 491 Royal Jelly-очка, мы можем с вами немножечко еще потратить. Почему бы и нет? Фармить, конечно, хорошо. Мы с вами быстро фармим. Мне это нравится. Но я могу пофармить и вне видео. А на видео мы с вами должны открывать Royal Jelly-ки. И я хочу убрать... Я думаю, вот это была невезучая. Вот это была невезучая. Пора нам какую-то открыть еще везучую. Вот эту мы с вами ни разу еще не убирали. Пора ее убрать, почему бы и нет. Давайте мы вот эту вот демонскую пчелу уберем. Итак, у нас шокированная пчелочка. Юзаем дальше и нажимаем просто кнопочки. Возможно, нам повезет еще раз. Хотя я не уверен, но мы должны потратить с вами Royal Jelly-ки немножечко хотя бы. Давайте штук 100-200 потратим. А вдруг, ребята, а вдруг сегодня мой день везения. Потому что 2 дня у меня было просто невезучих, и я ничего не получил. Так, обычная легендарочка. Ха, обычная легендарочка. Дело обычно, ребят, правда? Так, Браво Бикул, Бука, Лукер, Файер, Браво, Шуба. Шуба нам не нужна. Кстати, я заметил, что уже многие мои подписчики называют эту пчелку Шуба. Как вам название? Кстати, пишите, нравится ли вам название Шуба? Потому что Шуби неинтересно. Шуба? Шуба это хорошо. Шубу все любят. Так, давайте продолжаем. Браво Би. Кстати, теперь шансы получить одареночку, не повторку, становятся еще меньше, ребята. Просто меньше. У нас сколько всего разновидностей пчел? Давайте посмотрим, что у нас. 33 пчелы. Из них у нас ивентовых 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ивентов. То есть, получается, 27 пчел
27 видов пчел мы можем с вами поймать с Royal Jelly. У нас с вами уже одаренок из неивентовых. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 одаренок у нас не из ивентовых, а их у нас всего 27. То есть шанс 1 к 2 пока сохраняется. То есть 27 минус 18, ребята, сколько? Еще 9 штук мы можем поймать. То есть 9 у нас, 18 у нас есть, и 9 еще можем. Получается, это реально 30% шанса у нас еще осталось. Но мне кажется, эти 30% шансов совсем-совсем малы, потому что до этого было больше, и мы тоже не могли поймать. Давайте еще поролим немножечко, почему бы и нет. Так, Frosty Red, хотя бы что-то увидеть, хотя бы повторочку увидеть, было бы тоже приятно. Потому что все равно с каждой повторкой шанс на неповторку увеличивается с каждым разом. Я думаю, что видео, когда я буду тратить с вами вместе 5000 робуксов, приближается все ближе и ближе, потому что я буду их тратить на яйца, которые у нас по 1000 робуксов, на вот эти вот яйца. Говорят, что они дают всегда неповторки. Вот мы с вами вот это вот и проверим, друзья. Опять у нас легендарная. Опять легендарная, два раза подряд. Вот это я в шоке был. На стриме, кстати, было очень часто подряд легендарная. В прошлом видео у нас тоже было 3 легендарные подряд. Вот если бы сейчас 3 одареночки подряд, я бы был в шоке. А легендарочки не очень, ребята, не очень. Давайте еще потратим немножечко, словим легендарочку, либо одареночку. Давайте еще штучек 100 мы с вами сейчас засунем в этот улей. Возможно, нам повезет, чего я сомневаюсь. Мое везение на сегодня закончилось. Я уже получил одареночку, не повторку. Так, Rage, Bravo, B, Red. Нет, видите, все не то, все мимо. Пролетаем, давайте сердечко возьмем, что ли. Сердечко, может, повезет нам. Это, конечно, суеверие, но я люблю верить в суеверие, потому что столько тратить меда на этих пчелочек, это просто сумасшествие. Так, давайте, Лукер, Браво, 300 осталось уже, ребята, 200 у нас ушло сегодня. Но за 200 желеек считать получить одареночку, это неплохо. Каких 200 желеечек? Мы потратили 2,5 миллиарда на эту пчелу. Даже больше, ребят. Так, давайте, ладно, ловим с вами первую хорошую легендарку, кроме Мьюзики, кроме Бэби-Би. Нет, мы эту не оставляем. Они хорошие. Так, ниндзя. Ну, пускай будет ниндзя, ребята. Оставляем ниндзя, пускай она будет. У нас ниндзя, конечно, много. Мы ее будем с вами менять в следующий раз. На сегодня я видосик заканчиваю. Мы сегодня с вами получили одареночку. Ввели 2 новеньких кода. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А с вами был, как всегда, ваш Робзи. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем покедова!